Эксперты рассказали, сколько фальшивых банкнот нашли в Тверской области. За 9 месяцев обнаружено 388 банкнот Банка России с признаками подделки. Среди общего количества подделок 329 пятитысячных, 32 тысячных, 24 банкноты номиналом 2000 рублей, одна 100-рублевая и две 500-рублевых фальшивки. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, общее количество выявленных подделок сократилось на 2%. Чаще всего фальшивомонетчики имитируют такие виды защиты, как водяной знак, защитная нить, защитные волокна, микроперфорация, рельефное изображение. Кроме того, эксперты Тверского отделения Банка России отметили факт выявления трех поддельных монет номиналом 5 рублей. Если в вашем кошельке оказалась сомнительная банкнота, главное не пытаться ее сбыть. За хранение и сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность. Необходимо обратиться в любой коммерческий банк. Банкнота может быть подлинной, но сильно изношенной. В этом случае ее поменяют на новую без комиссии. Зато в магазине могут не принять. Это может быть поврежденная, имеющая определенные повреждения банкнота. Также кассир отказывает в ее приеме, говорит о том, что у него банк потом не примет, он не уверен, подлинная ли это банкнота. Выявленная подделка может быть передана в полицию без компенсации, а если купюра все же настоящая, ее стоимость переведут на ваш счет. Более того, ЦБ запустил обучающие программы, в том числе и для частных лиц. Ведь гражданам тоже неплохо бы уметь отличать фальшивки или знать свои права в случае спора с кассиром в магазине или в коммерческом банке. Наши специалисты даже выедут за пределы Твери и проведут обучение с большей группой. Помимо этого, запущен обучающий курс Банка России для работников розничных торговых сетей. Обучающий курс состоит из двух тем: подлинность денежных знаков Банка России и платежеспособность денежных знаков Банка России.